Удивительные композиции изо льда украсили городскую площадь в Перми. Здесь проходит выставка ледовых скульптур, созданных участниками Кубка России «Зимний вернисаж». В этом году мастерам пришлось работать в условиях пронизывающего холода. В некоторые дни температура опускалась до минус 37 градусов. Мы укладываем лед на воду, вот, и он начинает трескаться от того, что очень большая амплитуда температуры. То есть вода, она всегда плюс 4, а на улице минус 30, минус 40. От этого начинает лопаться. После этого он очень сложен в обработке. Эти трещинки, они проявляются, где-то выпадают кусочки. К холодам скульпторы привычны. Одеваются потеплее, делают перерыв на чай, да и сама работа согревает. Для мастера температура – это не помеха. Наоборот, как-то вдохновляет. Там, когда мороз, ты двигаешься. Первые дни это все равно построение, там уже положить, там пилить, много работы, там уже не замерзаешь. Скульпторы считают лед загадочным материалом и стараются вдохнуть в него жизнь, чтобы на короткое время запечатлеть что-нибудь важное или красивое. В конкурсе участвуют 8 команд из России и Беларуси, каждый по 2 скульптора. В этом году конкурс посвящен 300-летию столицы Пермского края. Мастера отразили в своих работах жизнь города, а также другие темы. Главный приз присудили композиции под названием «300П», посвященные юбилею Перми. Скульптуру создала команда из Рязани. Подписывайтесь на наш канал и смотрите мировые новости. Мы освещаем факты, а выводы делаете вы сами.